Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, в зависимости от того, в какое время суток вы сейчас смотрите данный ролик. И приятного вам аппетита, если вы так же, как и я, решили покушать. Ну так что ж, сегодня я покажу, как поменять язык. Да, сейчас у многих возникла проблема, кто играет на Весте, ну и вам, например, удобно, чтобы был русский язык. Да, вот вам условно неудобно играть на английском. Типа читать аугментации, читать вот эти порталы и вот это вот все. Но вот вам хочется, чтобы у вас был русский язык в игре. Входим мы на свой West аккаунт. А все как обычно. Так, вошли, значит, на аккаунт. Далее, что мы делаем? А, вот это. Вот ID. Подожди, вот тут. Я не знаю, что там написано. Так, нажимаем не выйти из аккаунта, да? А нажимаем выйти из игры. То есть не sync out, а exit. Опа, нажали. Это чтобы мы оставались на аккаунте. Далее. Что я делаю? Я удаляю данный ярлык на рабочем столе. Обязательно вот эта деталь, которую если не сделать, а делать все как раньше, то язык у вас не будет меняться. Вот. Мы обязательно находим, получается, вот эту вкладку Riot Client. Нажимаем правой кнопкой мышки и нажимаем выход. Вот это самый важный момент. После того, как мы это сделали, заходим в мой компьютер, да, я просто не знаю, у кого на каком диске установлено, но у меня типа условно один диск. Зашли в мой компьютер, там папочку нашли Riot Games, Лигу Легенд, потом в папку config, и вот есть у вас такая вот, такой файл Liga Client Settings. Заходим сюда. И вот здесь, где написано локал, вот видите, регион у нас стоит EUV, West. Где написано локал, мы меняем. Ru, а здесь нужно большими обязательно. Нажимаем, у меня просто автоматически сохраняется, да? Там у вас будет выбор сохранить. Когда вы нажмете Escape, вы нажмете кнопочку сохранить. Все, оно сохранилось. Мы переходим назад. Да, возвращаемся назад на один шаг. И у нас тут вот есть ярлык Лига Клиент. Далее, что мы делаем? Обязательно отправляем его на рабочий стол в виде ярлыка. Далее находим свойства. И вот здесь, видите, да? Вот здесь. Мы нажимаем обязательно пробел. Минус, минус. Два раза минус. Локал равно ru маленькими, нижнее подчеркивание и ru большими. Применить. Окей. Вообще можно будет оттуда. Так, теперь мы заходим также, как всегда, свой аккаунт. Это обнова или что? Вот видите, пожалуйста.
У нас с вами русский язык. Вот и все. Вот. Все на русском. Да. Абсолютно. Вот ничего себе. Вам. Все. Заходите и играйте с удовольствием. Пользуйтесь. Если данный ролик вам как-то помог, да, вы как-то не могли решить данную проблему, и этот ролик помог вам решить вашу проблему, ставьте лайкосик, там подпишитесь. Ставьте какой-нибудь комментарий. Это мое первое видео на YouTube, где я вот так вот снимаю. Если где-то что-то... То, сори. Ну, старался как мог. Давайте, ребятки, залетайте на стримы. Да, почти что каждый день стримлю. Проводим розыгрыши на постоянной основе. Так что буду рад всех видеть. Хорошего вам дня. Пока-пока.